Сэндвич отличается от обычного бутерброда тем, что начинка находится между двух кусочков хлеба. Разновидностей их множество. Сегодня я предлагаю приготовить греческий сэндвич. Греческий сэндвич прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или пикника. В него можно добавить отварную или запеченную курицу, индейку или постное мясо, чтобы было удобнее есть. Заверните один край в салфетку или пищевую бумагу. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты, овощи и листья салата вымойте и обсушите. Если возьмете длинный багет, отрежьте от него кусок длиной 12-14 см, разрежьте его вдоль на две равные части, нижнюю часть смажьте оливковым маслом. На нижнюю часть багета выложите листья салата. Помидор порежьте кружочками и выложите внахлёст на листья салата. Ставим лайк и подписываемся. Огурец порежьте кружочками и выложите поверх помидоров. Почистите красный лук и порежьте полукольцами, равномерно разложите его на огуречный слой. Брынзу порежьте на пластинки и выложите на порезанный красный лук. У болгарского перца удалите семена и плодоножку, порежьте перец полукольцами и выложите на сэндвич. Оливки разрежьте и выложите поверх перца. Сверху выложите второй кусок хлеба и немного прижмите. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Продукты и их количество, далее. Багет, половина штуки, кусок 12-14 см. Огурец, половина штуки. Помидор, половина штуки. Перец болгарский, половина штуки. Лук красный, половина штуки. Салат листовой, 3 части. Масло оливковое, по вкусу. Брынза, 80 грамм. Оливки, 3-4 штук, без косточек. Количество порций, 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Я рада гостям.